Здравствуйте! Сегодня я буду хвастаться. Меня действительно наполняет невероятным чувством гордости тот факт, что наше производство может делать вещи такого высокого уровня. Сейчас вам покажу некоторые детали моего любимого платья «Орхидея» подробнее, чтобы вы посмотрели тоже, как это прекрасно. Это платье выполнено из тонкой-тонкой шерсти меланжевого окраса и крашированного шелка прозрачного. Посмотрите, какой прекрасный цвет. В этом меланже бежевая нитка живет вместе с синей-голубой, и за счет этого цвет смотрится глубоким, таким очень интересным. И шелк крепкого плетения, он прозрачный, тонкий. И уровень отделки, вот такая строчка называется американка, буквально 1,5 миллиметра ширина вот этой вот отстрочки. И посмотрите, как сделан ворот, да, здесь сделано все, чтобы он не вытягивался, чтобы он держал форму. При этом это очень тонкая работа, с шелком вообще сложно работать, а когда он такой тонкий и требуется такой уровень мастерства выравнивания до миллиметра буквально, действительно очень сложно. При этом, если здесь он немножко стянут, да, для того, чтобы у нас держать вот эту форму, то в рукаве напротив сделано так, что край вытянут нарочно, чтобы создать вот эту вот иллюзию цветка, чтобы у нас волан позволял задать вот эту красивую форму. Платье действительно красивое, оно идет почти всем российским женщинам, потому что вот такой вот цвет голубого приятного природного оттенка, он очень обычно к лицу в тех регионах, где солнце бывает редко. Приходите примерять, уверена, что влюбитесь в это платье так же, как и я.